Громкий коррупционный скандал ФИФА набирает обороты. Власти Швейцарии возбудили уголовное дело против президента Международной федерации футбола Йозефа Блаттера. Об этом только что сообщило агентство Рейтер. Прокуратура обвиняет главу федерации в халатности и хищении, а также в заключении контракта с Карибским футбольным союзом на невыгодных условиях. В офисе ФИФА следователи провели обыски и изъяли документы. Кроме того, по данным Министерства юстиции и полиции Швейцарии, Блаттер подозревается в том, что незаконно перевел 2 миллиона швейцарских франков президенту УЕФА Мишелю Платини. В связи с этим прокуратура Швейцарии уже допросила главу Европейской футбольной ассоциации. Йозеф Блаттер, напомню, возглавлял ФИФА с 98 года. В июне, спустя несколько дней после своего переизбрания, объявил, что уходит с поста. В то же время по подозрению в коррупции были арестованы несколько высокопоставленных чиновников ФИФА. Конгресс, на котором состоятся выборы нового главы организации, пройдет в конце февраля 2016-го. По словам бывшего члена исполкома ФИФА, почетного президента РФС Вячеслава Колоскова, возбуждение уголовного дела против Блаттера никак не скажется на проведении чемпионата мира 2018 года в России, так как Йозеф Блаттер не занимался этим вопросом напрямую.